Жалоб на некачественные продукты специалистам регионального Роспотребнадзора поступает много. Одно из распространенных нарушений – несоблюдение сроков реализации продукции. Но порой покупатели на прилавках видят продукты из будущего, что, кстати, недопустимо по закону. Нередко производители на товары ставят штампы, датированные завтрашним днем. Бывают и казусы, когда сроки различаются на 3 месяца, как в случае с этим сыром. Попадались иркутянам и пряники из 2023 года. И если столь крупные расхождения, скорее всего, просто опечатка, то разница в пару дней, возможно, вполне целенаправленно допущенная неточность. Ведь в этом случае невозможно понять, испорчена ли еда, значит, есть риск получить отравление. Срок изготовления должен быть реальный. То есть, если сегодня, допустим, 22 число, срок должен стоять 22, но никак не 23. Это является грубым нарушением. Если же гражданин увидел такое, столкнулся с таким, ему нужно письменно обратиться в адрес управления Роспотребнадзора. В свою очередь, специалисты проведут проверку. И если вдруг такие факты обнаружатся, будет выписан административный штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.